в субботу на ТВ Рус. Мы хотели снять, ну, один фильм, но дальше вот началась вот эта самая, эта удача, она стала раскручиваться. Официальной датой рождения советского Шерлока Холмса следует считать 1979 год. Давно ли вы из Афганистана? Напоминаю, на дворе 79-й год. Это было время, когда страной управляли почти виртуальные кремлевские лидеры. Тут дело гораздо серьезнее. Когда полки магазинов уже давно перестали удивлять своим однообразием. Запутанная история. Когда вечерами после серых трудовых будней некоторым советским гражданам хотелось отрешиться от повседневности и просто отдохнуть перед телевизором. Если бы мы не дружили бы с Виталиком, может быть, ничего и не получилось. Спустя много лет почти все причастные к появлению Холмса в Советском Союзе будут объяснять это событие чередой случайностей и просто неожиданных совпадений. Мы играли англичан, каких и в Англии, наверное, нет и не было. Оказывается, знаменитого английского сыщика тогда в СССР никто и не ждал. Первоклассно! Первоклассный артист! Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды. В субботу на ТВ Русь.